В Улейминском сельском поселении установили 10 новых контейнерных площадок для сбора мусора. В ближайшее время появится еще 7. Обустройство мест сбора и вывоза твердых коммунальных отходов стало возможным благодаря участию в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Мы начали заключать договора с жителями гораздо раньше, чем появилась хартия. Ну а теперь пришел региональный оператор, и пришло время эти площадки благоустраивать. Жители сел и деревень выражали недовольство тем, что лишены возможности цивилизованно избавляться от мусора. Поэтому обустройством мест для сбора ТБО в поселении занялись задолго до появления федеральной программы. В настоящее время в поселении имеются 33 бункерных площадки. А местные жители уже привыкли к тому, что мусор могут выбросить в любое удобное время. Благоустройством площадок занимаемся второй год. Первый год за счет собственных средств это делали, и было сделано 5 площадок. А в этом году начала работать программа комплексного развития сельских территорий. И Улейминское поселение, так же как и все сельские поселения нашего района, участвовало в отборе, конкурсном отборе проектов по благоустройству. И мы решили, чтобы ускорить процесс благоустройства площадок, заявиться одним проектом – благоустройство 17 бункерных площадок. Место мы давно уже определились с жителями, то есть оно уже привычное для них, поэтому в этом году нам никакого труда не составляло. Стараемся чуть-чуть на удалении от населенного пункта, чтобы никому не досаждало присутствие рядом мусорки. Все это согласовано с жителями. Кроме бункерных площадок, в рамках федеральной программы ведется и работа по замене колодцев. Всего в поселении их более 70. Два уже приведены в порядок. Один из них расположен в селе Улейма. Проверили. Пользоваться удобно, вода чистая. Здесь был деревянный сруб, который время от времени приходит в негодность, дерево гниет. Поэтому деревянный сруб был заменен на бетонные кольца. Теперь этот колодец будет стоять дольше. Вода чистая, хорошая. На этой улице в Улейме нет водопровода, поэтому люди берут воду здесь, у кого нет своего частного колодца. Ну и на тех улицах, где отключается вода иногда, тоже люди приходят сюда, как за резервным источником. Еще здесь мечтают о новом спортивном зале для Улейминской школы. Сейчас идет работа над проектом зала и его модульной газовой котельной. А пока занятия спортом проходят на уличной спортивной площадке. Но это возможно лишь в сухую, теплую погоду. Покрытие хорошее, ворота есть, мяч не уходит, не убегает, потому что она забором окружена. Здесь у нас проводятся спортивные игры, легкоатлетические занятия и так далее. К сожалению, из-за погодных условий заниматься мы здесь не можем. А так этой площадкой пользуются не только в учебное время, но и в неурочные занятия. Дети приходят сюда играть в футбол, волейбол. Также в планах провести ремонт и реконструкцию сельского клуба, филиала Улейминского дома культуры, чтобы была возможность заниматься различной кружковой деятельностью.